Казань приехала руководитель образовательного фонда «Талант и успех», член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева. Сначала она встретилась в Доме правительства Республики Татарстан с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Они обсудили вопросы взаимодействия по выявлению и поддержке талантливой молодежи. В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и образовательным фондом «Талант и успех». Этот документ предполагает создание в республике регионального центра одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус», который располагается в Сочи. Состоялось также заседание Межведомственного координационного совета по реализации концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива», участие в котором также принял министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Елена Шмелева посетила и Институт управления экономики и финансов КФУ. В актовом зале состоялось пленарное заседание семинара по совершенствованию системы работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью в Татарстане. Тема была обозначена как «Вызовы в развитии человеческого капитала». Елена Шмелева подробнее рассказала об образовательном центре «Сириус», который был создан в 2014 году в Сочи по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Президент Российской Федерации принял решение передать фактически такую городскую инфраструктуру олимпийского наследия под цели и задачи развития. И вы видите, насколько живая, насыщенная знаниями среда появилась. Главная цель центра «Сириус» – это выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в различных областях. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Владимир Владимирович поставил задачу, чтобы были ребята по направлению спорт, наука и искусство. Эти направления равнозначны, и эти направления дают как раз развитие территории, которая сейчас вокруг «Сириуса» превратилась в такой, пример нового Наукограда внутри такой, олимпийской инфраструктуры, спортивной инфраструктуры. У нас уже 30 тысяч выпускников, вот 1000 – это выпускники республики, и все они фактически принимают участие в преобразовании под те новые образовательные программы, которые очень им интересны. Елена Шмелева также ознакомилась с деятельностью образовательного учреждения, пообщалась с учениками IT-лицея Казанского федерального университета. Елену Шмелеву сопровождала ректор КФУ Ильшат Гафуров. Сегодня было подписано соглашение между президентом и нашей республики и Леной Владимировной о создании регионального центра «Сириус». Поэтому все те технологии, которые там есть, так или иначе, я надеюсь, будут транслироваться на нашу территорию. В начале своего визита она осмотрела проекты, разработанные учениками в рамках их научно-практической деятельности. Дети сами рассказали о своих разработках. Отличительной особенностью большинства проектов являлось их прикладное применение, а также использование информационных технологий. После просмотра работ учащихся в библиотеке IT-лицея Елена Владимировна пообщалась с учениками и ответила на их вопросы. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз.